Доброе утро! Вот так вот поздоровалась с вами Афина. Грациознее, чем кошка, нет животных в целом мире. Кошки, котики, котята. И есть почти в каждой квартире. Услышишь только нежное «мур-мур». И сразу станет день не так уж хмур. Любите всегда кошек, ведь они согреют вас теплом в любые дни. Доброе утро! Вот так, невнятно, поприветствовал вас Марсель. Привет, мой зайчик. Ну ничего страшного, Памела Андерсон тоже поутру не выглядит как красотка. Не будем отступать от традиций, ведь наш канал «Позитив от Марселя»… Марселька, пожелай нам настроения. Замурчательного. Замурчательного вам настроения и хорошего дня!